30 быстрых советов для новичков, как научиться играть в CS 1.6. Часть 1. Перед заходом на сервер сначала правильно настройте игровой клиент, звуки, рейд и прицел, радар, консольные команды. Учитесь быстро закупаться и на серверах, где нет фристайма, делайте это на ходу, тайминги важны. Звук в игре очень важен, поэтому не играйте на колонках, используйте наушники, чтобы меньше погибать. Используйте радар, чтобы понимать, враг ли находится за стенкой или ваш тиммейт. Стрельба. На ближних дистанциях зажимайте, на средних очереди или тейпинг, на дальних лучше по патрону. Бежите на позицию, возьмите в руки нож или пистолет, с ними бег быстрее, чем с винтовкой. Не забывайте про клавишу Shift, позволяющую идти медленнее, но бесшумно, когда остались один или рядом враг. Не используйте фонарь в CS 1.6, он выдаст ваше местоположение в темных местах на карте. При перестрелке не забывайте стрейфиться влево, выстрел, вправо, выстрел. Так вас будет попасть сложнее. У вас летит граната, бегите на нее, а не от нее. Так вы избежите попадания в эпицентр взрыва. Понравилось? Жми палец вверх. Удачи!